1 февраля оплатить проезд в подмосковном общественном транспорте можно картой «Тройка». Она действует в более чем 1000 автобусах на 305 городских маршрутах общественного транспорта в 53 муниципалитетах Подмосковья. Система работает второй день. Пока, говорят водители, пассажиры пользуются картой редко. По нашему маршруту мало, потому что у нас он городской маршрут, то есть как, ну, свои люди, то есть одни и те же ездят. Ага. Но все равно желающие все-таки есть, да? Есть, но очень мало. Транспортная карта «Тройка» работает на городских маршрутах с фиксированным тарифом. В Ленинском городском округе пока ей можно оплатить проезд в автобусах номер 2, 3, 6, 7 и 8. Средства списываются на входе. Система введена для удобства пассажиров. Теперь одной картой можно оплачивать проезд в городских автобусах Москвы и Подмосковья, в метро и МЦД по фиксированному тарифу кошелек. В дальнейшем «Тройкой» можно будет также оплачивать проезд на пригородных зональных маршрутах. Мы спросили у видновчан, как они относятся к нововведению. Если есть «Тройка», почему бы не заплатить «Тройкой»? Пока не знаю. Мне как-то «Тройка» не очень нравится. Не очень нравится, да? Способ пополнения ее, прежде всего. Хорошо. Будете пользоваться? Выгоднее, да. Купить «Тройку» можно во всех кассах общественного транспорта Подмосковья. Слияние карт «Стрелка» и «Тройка» планируют завершить к сентябрю текущего года. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.